К концу недели до Земли доберется магнитная буря. Поток солнечного ветра ожидается сегодня и завтра. С января по август 2019 учеными было зафиксировано 10 магнитных бурь. Большинство из них были слабыми. Одна из мощных случилась в период с 31 августа по 2 сентября. Ее уровень достигал балла G2 по 5-бальной шкале. Октябрьская буря не превысит уровень G1, то есть будет слабой. Чтобы оставаться в тонусе и минимизировать негативное влияние, специалисты советуют провести это время в покое, избегать стрессовых ситуаций и чрезмерных нагрузок, высыпаться и гулять на свежем воздухе.